В администрации муниципалитета состоялось 77-е внеочередное заседание Совета депутатов. На повестке дня стоял один вопрос – об избрании главы Ленинского городского округа. На должность главы Ленинского городского округа претендовало несколько кандидатов. Помимо Станислава Катарова, выдвинутого местным отделением партии «Единая Россия», документы в конкурсную комиссию подали Вадим Буров, занимающий должность начальника управления по обеспечению деятельности администрации, Тимур Гаевский, региональный руководитель общественно-патриотического движения, и Сергей Глебов, начальник отдела судебной работы правового управления администрации округа. В ходе работы конкурсной комиссии были проверены документы всех четырех кандидатов. Проверялся порядок оформления документов. Также конкурсная комиссия в ходе работы направляла запросы в органы МВД и в органы ФНС. И на основании указанных запросов уже проводила проверку на достоверность представленных кандидатами сведений. Утром 2 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором до участия в голосовании допустили всех кандидатов. На 77-м внеочередном заседании Совета депутатов из 30 народных избранников присутствовало 24. Таким образом, необходимый кворум был. Путем открытого голосования большинством голосов на должность главы Ленинского городского округа был избран Станислав Катаров. Хотел бы сказать, конечно же, огромные слова благодарности за оказанное доверие. Со многими из вас мы уже практически 2 месяца работаем, скоро будет 2 месяца. Я считаю, что мы единая большая команда, и точно у нас получится сделать для наших жителей, для нашего Ленинского городского округа все, что мы с вами можем, и даже немножко больше. Расширенный репортаж, посвященный выборам главы округа, смотрите в наших новостях в понедельник, 5 февраля.